Добрый день, меня зовут Михаил Церковников. На моей следующей лекции мы обсудим новацию как основание прекращения обязательств. Рассмотрим ее в контексте соотношения с соглашением об отступном. Обсудим те серьезные, существенные последствия, к которым приводит заключение соглашения о новации. И поговорим про то, почему к новации так осторожно подходит правоприменительная практика. Смотрите на видеоконсультанта.